Поскольку болезнью суставов беспокоят в последнее время все больше людей разного возраста, сегодняшнее видео мы хотим посвятить рассказу о некоторых народных средствах, которые помогут в борьбе с данным неприятным недугом. Для их приготовления нам понадобятся самые простые ингредиенты, которые легко купить в любом ближайшем супермаркете. Один стакан сырых очищенных семян тыквы измельчаем в блендере и заливаем таким же количеством жидкого натурального меда. Полученную смесь храним в холодильнике в стеклянной таре. Принимаем по 1 столовой ложке в день за полчаса до еды. Тыквенные семечки содержат множество полезных веществ, среди которых фосфор, магний, кальций, цинк, а также витамины группы В. Этот продукт способен подавить развитие воспалительных процессов, устранить болевые ощущения и укрепить костную ткань. Перегородки от 20-25 грецких орехов заливаем полулитрами водки и оставляем в темном месте на 14 дней. Готовую настойку принимаем следующим образом. 30 грамм жидкости добавляем в 10 мл воды и выпиваем 2-3 раза в день на протяжении 1 месяца. Также данное средство можно использовать для растирания больных суставов. Питательные элементы, содержащиеся в ореховых перегородках, эффективно и быстро снимают воспаление, улучшают кровообращение, а также избавляют от отеков и болей.